Не знаешь, как освежиться знойным летним днем? Смотри в нашем новом видео веселые идеи для ледяного челленджа. Чудесный летний день, только вот слишком жарко. Спрайт или кола? Колу, пожалуйста. Отличный выбор, лови. Фанту, спрайт, тархун и колу заливаем в силиконовую форму для больших кейк-попсов. И замораживаем. Получились ледяные шарики разных цветов. А, холодно. Круто, моя подача. Ледяной мяч, Алекс, лови. Мимо. Ура, точный удар. Моя очередь, подавай. Лети, ледышка. О, ледяной дождь, то, что нужно в такой жаркий день. Это победа, ты молодец. Но оставаться на солнце уже невозможно. Алекс завис в телефоне. Самое время его разыграть. Резиновую перчатку наполняем песком. Завязываем канцелярской резинкой. Помещаем в глубокий контейнер. Закрепляем в вертикальном положении с помощью палочек для еды и биндеров. Заливаем контейнер водой. И замораживаем. Высыпаем из перчатки песок. И достаем перчатку из льда. А, моя рука покрылась льдом. Алекс, помоги. Надо же, какой впечатлительный. А вот и мороженое. А где Алекс? Не видел. Ну и шутки. Как жарко, выпью воды. Ай, стакан так нагрелся, что вода закипела. Блонди, что это? Замерз идеально. Холодильник свободен. Там и посижу. Идеально. Блонди, где же ты? Я уже таю. О, какая прохлада. Я как будто попал в оазис. Алекс, я тоже тебя люблю. Но может, хватит уже обнимашек? Извини, Блонди, мне наконец-то не жарко. Считай, что я примерз. Челлендж начинается. Кто будет первым? Камень, ножницы, бумага? Вперед! Ну почему всегда я? Крутим рулетку. Только бы выпало что-нибудь хорошее. Пожалуйста, пожалуйста. Да, клубника. Неплохо. Что дальше? Лук. И последний ингредиент. Шпроты. Ха-ха, не повезло. Засыпаем все в блендер. Добавляем мороженое. Готовую массу переливаем в контейнер. Замораживаем. Из застывшей массы формируем шарики мороженого. Украшаем замороженной вишенкой. Готово. Но как это есть? Я не готов. Тебе просто нужна ложка. Моя очередь. Бургер? Что? Вот это повезло. Что дальше? Фасоль? Терпеть ее не могу. Могло быть и хуже. Так и быть, посмотрим на последний ингредиент. О, желейные мишки! Соединяем все ингредиенты в чаше блендера. Добавляем мороженое. Готовую массу помещаем в контейнер. И замораживаем. Подаем в креманке с ледяной вишенкой. Пахнет отвратительно. Попробуем? Ты первая. Я готова тебя угостить. Ну уж нет, мне не жалко. Ребята, на улице невыносимая жара. О, мороженое. Можно? Пожалуйста. Очень охлаждает.
Ты не будешь? Можно мне? Конечно. Необычный привкус. Ты точно не будешь? Нет. Ой, мой живот. Бедняга, не стоит повторять этот эксперимент. Красотка обнаружила в Инстаграм новое вирусное видео. Я сделаю лучше. Но сперва нужно переодеться. Теперь очередь моего гигантского цветного льда. Воду окрашиваем пищевым красителем и заливаем в квадратный контейнер. Замораживаем. Вынимаем из формы. Делаем ледяные кубы разных цветов. Что может быть лучше ледяной ванны в жаркий летний день? Ой, чуть не забыла. Видео. Я королева льда. Мое видео сделает меня звездой Инстаграма. Играем в Дженгу. Но с одним условием. Проигравший до конца дня ходит в костюме принцессы Эльзы. Не уверен, что хочу. Соглашайся, Алекс, будет весело. Ладно, уговорила. Вот только Дженга у нас из-за льда. Силиконовую форму для льда заполняем водой. Замораживаем. Получившийся лед покрываем разноцветным глиттером. Формируем пары разных цветов. Заливаем водой. И еще раз замораживаем. Готовые ледышки вынимаем из формы. Алекс, ты первый. Начнем с этого кирпичика. Нет, лучше вот этот. Или этот. Да они примерзли друг к другу. Давай, Алекс, я в тебя верю. Тогда вот эту. Ай, не получилось. Ну что ж, ваше платье готово, принцесса. Никогда еще я не выглядел так нелепо. Алекс, улыбнись в камеру. Охраннику, похоже, нравится мой наряд. Да, красавчик? Посмотри на эту фотку. Алексу идут длинные волосы. А здесь он просто красавчик. И что вас так развеселило? Ну все, моему терпению пришел конец. Попрощайтесь со своими телефонами. Не переживай, Алекс позлится немного и вернется. Вам подарки от принцессы Эльзы. Может, это охладит ваш пыл? Наливаем воду на дно прямоугольного контейнера. Замораживаем. Кладем на слой льда муляж телефона. Заливаем водой. Ставим замерзать. Достаем замерзший телефон из контейнера. О нет, как растопить этот лед? Это задание как раз для вашего ледяного челленджа. А это и правда весело. Скорее, тай. Бедный мой телефончик. Вот спасибо, Алекс. Ладошки уже отморозила. Подержи пока мой телефон. Да, конечно. Это же мой? Алекс, откуда звук? Ладно, ладно, вот ваши телефоны. Целые и не замороженные. Ну ты и шутник. В этом челлендже ты точно нас обошел. Вызов принят. Ледяные чупа-чупсы готовы. Кто первым доберется до ягоды, тот и победит. Силиконовую форму для кейк-попсов заполняем ягодами. У пластиковых трубочек надрезаем край. Расплющиваем. Устанавливаем трубочки в отверстие формы. И заливаем воду. Замораживаем. Никто не говорил, что нельзя использовать силу солнца. Блонди, это жульничество. А вот и нет. Ты тоже можешь взять лупу, если найдешь, конечно. Вперед, лошадка!
Чудо-женщина? Нет. Бэтмен? Нет. Может, я единорог? Точно угадала. Да! Блонди, можно мне воды? Очень жарко, конечно. Кто же я? Ха! И как я не догадался. О, спасибо. Холодная? Что происходит? Это же лед. Берем два пластиковых стакана разного размера. В больший стакан наливаем воду. В меньший насыпаем сахар. Вырезаем из фоамира на кольцо подходящего диаметра. Надеваем кольцо на маленький стакан. Помещаем его в стакан побольше. Ставим конструкцию в морозилку. Высыпаем сахар. Убираем кольцо из фоамирана и маленький стакан. У нас получился стакан из льда. Я весь в воде. Ой, лучше я пойду. Блонди, постой, это не то, что ты думаешь. Невыносимая жара. Здесь точно поможет освежающее дыхание. На дно силиконовой формы для льда выкладываем подушечки жвачки. Заливаем водой и замораживаем. Ледяную жвачку заворачиваем в фольгу. Оборачиваем этикеткой. Вот это настоящая арктическая свежесть. Понравились наши идеи для ледяного челленджа? Тогда пиши в комментариях, что понравилось больше всего. Ледяной стакан, дженга из кубиков льда или замороженный телефон. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые челленджи на канале Трум-Трум.